Всем здравия! Вы находитесь на канале Братьев Приходько, а мы находимся на очередной таежной реке. Скорее всего, это будет крайний заход, возможно, предпоследний в этом году, так как очень сильно все обхожено. Ехать сюда очень далеко, накладно, поэтому, наверное, дадим рекам отдохнуть. Ну и кто там нас смотрит, кто ходит по этим речкам. Ну, в общем, ребят, надо, наверное, дать речке отдохнуть, то есть рыбки тут уже мало осталось. Сейчас попробуем, конечно, пройти по навигатору. Проложили маршрут. Не знаю, сейчас километра два вообще не будем рыбачить, наверное, или там полтора реки. И только потом начнем. Вот, может быть, там не хожено будет. Ну, а если хожено, соответственно, рыбалка будет такая слабенькая. Будем по ходу движения собирать ягоды опять. Потому что лучше получается, чем с рыбой. Грубо говоря. Ну, в общем, надо, чтобы поход приносил результат. Ну что, потихоньку пойдем. Привет всем! Небольшой лайфхак вам, ребят. Те, кто там ягоды собирает, рыбачит одновременно, как мы. В общем, молоко купили вот такой бутылки. К поясу раз, привязал бутылку. Открыл крышечку, хоп, и побежал. Все нормально. И рыбка ловится, ягода собирается. И не надо рюкзак снимать постоянно, там лазить куда-то, чего-то. В общем, неудобно. Тут нашли склон опять небольшой. Сейчас тут надоем немножко ягодки и побежим дальше. Сегодня не будем особо сильно рыбачить, Сережка пускай ловит. А мы так, после него, как всегда, где-то покидаем местами. А лучше это время потратим на сбор брусники. Брусник, тем более у нас вообще там подошла самый сок. Да, самое то собирать ее сейчас. Вот, в общем, как в прошлой рыбалке будет. Немножко рыбки поймали. На одну сковородку хватило пожарить нам всем свеженькие рыбы. И вот и сейчас. Ну, ягоды мы тогда хорошо собрали. Чагу нашли, ягоду. Вот и сейчас примерно так же будет. Не спеша, планомерно собираем дары природы. Пока дарят, надо собирать. Пока дарят, надо собирать, да. Тем более, что скоро уже холодно будет. Плохое местечко. Вон, смотри, как красиво. И желтый, и красный, и тут типа фиолетовый, и тут только цветов нет. Ноль. Что, за деревом пусто, да? Пусто, пусто выросло. Брусника. А, чернику тут косишь. Вкусная, говоришь? Надо обязательно несколько ягодочков-то скушать. Витаминчики. Уже скоро не будет ничего. Все уже осыпается. О, какие бруснички! Вот это да! Рыба нет, но есть брусничка. И брусничку соберем. Вот это брусника, как клюква. Собираем бруснику, не нагибаясь. О, самым правильным делом занимается человек. Не как мы с Серегой ходим. Без толку. О, вон и Серега. Ну что, что-нибудь видел? Жиганчика увидел? Ну ты, слушай, везучий. Едва выходили.
Везунчик, что-то хоть видел? Я вообще что-то иду, ничего не вижу. Буквально недавно. Да тут тоже шел, ничего нету. О, следы лося. Лосяра гулял. О, пум-пум. И вот там, видимо, забрался наверх. Лосики. Волосики. О, сережку взял. Просто обалдеть, как будто нарисованная в этом месте. Фу, итого 3 литра уже собрал с небольшим. Нормально. Больше, чем рыба. Вот она сегодня еще сухая, да, хорошо? Угу. Вообще прям такая ягода изумительная. Хоть наберем ягоды. Чуток. Вот он. Красавчик. Такой хорёс попался. Иди, ребятенок, домой. Удочку потерял. Он нашел удочку. Пакет за ветку зацепился и вытащил у меня из ящика удочку. О как! Хорошо нашел. А то на сплаве потерял удочку. У меня больше нету, такая вот только осталась. Ягода черника. А также голубика. Ягода малина. Вкусной нынче была. Ой, последняя черничка. Варенье прям вкусно. Да, она здесь такая вкусная прям. Ну что, от города далеко. Все чистенько. Вкусненько. Полезненько.
набаловал. Иди. Пойдем потихоньку. Шиповничка еще на обратном пути маленько наберу. Вот и закончился еще один день, еще один поход в лес. Сегодня гораздо хуже сходили, пройдено гораздо больше. В общем, вывод у нас такой, речку вообще наглухо выбили. Вот мы точно больше в этом году сюда не поедем, потому что, ну, смысл, что мелочь, чтобы добивать, как бы мы не занимаемся этой ерундой. Брусники собрали, наверное, 10-литровое ведро и литра 3 шиповника. По ягоде нормально, а вот по рыбе не очень. Ну, тем не менее, в принципе, не пустые. Нагуленные, уже 2 дня подряд бегаем. Завтра, наверное, выходной. Ну, а вам что? Вам, как всегда, желаем счастья, мира в ваш дом и будь добру.